Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандиты, здорово, бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается Зелен Ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Нам осталось прожить 32 дня, и сегодня будем укреплять нашу базу. Я пришел сюда, а после долгого путешествия у меня много всего появилось в рюкзаке. Мы принесли много перьев, у нас есть банки, склянки, и нужно все дело разгрузить. А, пойдем-ка, наверное, поспим, а потом уже с утреца будем разгружаться, будем завтракать и обустраивать нашу базу. Я хочу построить много ловушек, чтобы, знаешь, у меня было много мяса. А, именно кабанчиков. Так, идем спать, спим до конца, вдоволь спим и утром начинаем строить ловушки для рыб. А я хочу сделать селок с удочкой. Я хочу сделать ловушки для кабанчиков, чтобы было у меня много мяса, жирное мясо. По мясу у меня проблемы, кажется. Сколько у нас мяса тут? Тут все испортилось. После долгого путешествия здесь все испортилось. Окейшки, что у нас есть? Бананы, что мне нужно? Да, я хочу еще один бананчик. Пойдем посмотрим, что у нас с костром, что у нас там как горит. Потому что нужно всегда огонь поддерживать, чтобы, знаешь, не было проблем никаких с костром. Он всегда горит, и все прекрасно, все чудесно. Так, у нас есть один уголек, этого маловато. Заберем... испортилось. Так, это дело уничтожить. Путешествовал я не помню сколько дней, 5, наверное, и поэтому все дело испортилось. Так, уголечков парочку мы возьмем с собой. Так, вот сюда. У нас есть иглы, на всякий случай. Кидаем сюда пару уголечков, сейчас пойдем скинем все перья. Перья, конечно, нужно сделать стрелы. Так, все. Костер нормально. Тут у нас кости. Нормально. Кости, нормально. Кости. Одни кости. О, перья. Одни кости. Мяса нет уже, понимаешь? Уже все съели. Все мясо уже обглодали. Со всех. А косточек мяса не осталось. Я хочу много мяса. Я хочу покушать. А тебе, мой друг, желаю взять пачку попкорна и устроиться поудобнее. Потому что наша охота начинается скоро. Сейчас мы накушаемся и идем делать ловушки. Для рыб, для кабанчиков. Ну, возможно, для абориген тоже сделаем. Хотя, знаете, у аборигенов ничего хорошего нет. Ну, можно взять перья, можно взять копья. Хотя этих копий у меня очень много. Я уже не знаю, куда их девать. У меня уже полная стойка этой копии. Куда их девать, куда их раскидывать, я не знаю. Я хочу, знаешь, много сделать ловушек, чтобы кабанчики мне всегда было. Копченое мясо, жареное мясо, вяленое мясо, понимаешь, я очень люблю покушать. Я хочу на этом острове за эти 100 дней поднять, наверное, до 100 килограмм. То есть я хочу маленько поправиться, это будет здорово. Так, камни, камни пригодятся, камни сюда, пускай наверху торчат камни. Так, стрелы, что у нас по стрелам? Стрелы сюда прям в угол. У нас всего же 2 стрелы, мне нужно сделать стрелы. Столько перьев, а стрел у нас всего лишь 2 штучки. Так, окей, тут у нас пусто, тут у нас один банан, один день. Что у нас здесь еще? Один день. Заберем с собой
если что мы скушаем, знаешь, это не нужно хранить именно вот тут. Мед! Бесконечное количество дней он хранится. Это здорово. Что мне нужно еще? Я хочу воды. Я хочу мясо. Погоди, я хочу воды. Ну, воды у нас всегда много. Воды и хоть сколько. Мясо. Мясо у меня тоже есть 1 день 17. 1 день 23. Давай-ка скушаем вот это мяско. Здорово. Есть шишки. 2 дня. Шишки... О, 2 часа. А шишки я тоже хочу, кстати. Да, пару шишек я тоже хочу. Шишки скушать? Шишки скушать. И все. Да, это свежие, хорошие шишки. 2 дня. Это... обалдеть, все, друзья. Бежим строиться. Начнем, наверное, строить, знаете... рыба. Чтобы мне, знаешь, много всегда было рыбы. О, погоди, я вижу рыбку одну. Я ее подстрелил. Там еще одна рыбка. Я ее подстрелил давно... Она даже не исчезла, стрела. Стрела мы заберем. Так, крокодил я не вижу. Значит, ныряем за рыбкой. Иди сюда, рыбка. Рыбка, иди сюда, сразу на берег. Потому что крокодил жрет тебя сразу же. Вот, знаешь, сразу же тебя жрет крокодил. Я даже не успею ничего вякнуть, крикнуть, он уже... Оп, тебя нету. Понимаешь, крокодил Гена. Так, ну что, будем делать? Будем строить. Садок. С удочкой, да-да-да, я хочу, знаешь, построить много их, таких штук 5-10 поставить, чтобы рыба всегда у меня была, чтобы, знаешь, сушу приготовить всегда можно было. Так, мы здесь ставим, смотрим за крокодилом внимательно, потому что он очень быстро меня жрет. А у нас уже не помню, какая попытка выживания, но я думаю, это будет самая удачная попытка выживания. Ну, вот так поближе. Компактнее делаем. Так, поставим, наверное, тут штук 5. И тогда уже на другой стороне тоже штук 5. И будет реально много рыбы всегда. Кидаем туда червячков, и все обалденно. Но сперва нужно, конечно, все дело будет построить. Так, давай-ка, наверное, еще 2 штучки как раз. Вот до этой построечки. Так, крокодила я не вижу. Друзья, не забывайте поставить колокольчик, лайкосик и, конечно, подписочек, если еще не нажал. Так, все готово. Мне нужно бревна. Мне нужно 2 толстых бревна. Пойдем рубить. Пойдем в ту сторону, будем рубить бревна. Таскать сюда. Хотя, погоди, у нас есть. Кстати, будем еще заниматься кузнецом, друзья. Да, я хочу сперва добыть рыбы. Знаешь, рыбы, мясо, чтобы мне было всегда много. Так, я хочу забрать. Взять 3. Да, взяли. Потащили. Так, у нас много килограмм, нужно, по идее, все скинуть. Потому что, видишь, как тяжело ходит. С бревнами очень тяжко ходит у нас. Так, ставим сразу же. Сюда, сюда и сюда. Все, готово. Что дальше? Веревка. Длинные палки, что нужно дальше? Так, нужна что? Длинная палка. Да, длинные палки у нас тоже есть. Какой тут срач? Погоди, а что у нас лишнее валяется? Это лишнее, это лишнее. Погоди, это обратно. Банку лишнюю. Хотя, секунду, нам нужно кидать сюда. Здесь все полное. Очуметь, все полное. Крокодила я не вижу. Пускай где-то плавает. Так, что у нас здесь? Открыто. Все, пускай открыто. Мне нужна длинная палка. Длинные палки тоже есть. Возьмем одну штучку. Взять одну штучку. Мне нужно бревна, потому что проблемы с бревнами есть у меня. Длинная палка, парочку веревочек, еще одна веревка и готово. Смотри, готово, здорово. Все, рыбка будет. Кидаем сюда червячка. Червячок у нас есть, вот такой мелкий. Оп, готово, все, рыбка у нас будет. Рыба у нас всегда будет, но знаешь, тут рыбка у нас слишком мелкая. Вот реально, то есть слишком мелкая рыбка. Там, знаешь, окунь попадается, пиранья. А вот здесь палка у нас гораздо крупнее. Вот такая рыбка гораздо крупнее. Окейшки, скидываем все сюда. Погоди, скидываем все сюда. Да, все палочки выкидываем, чтобы себе облегчить рюкзачок. 38 килограмм. 3 бананы, думаю, много не вешает. 1 тушка тоже много не вешает. Но я, наверное, выкину ее. Ее пока разделывать не надо, пускай валяется, потому что мясо не испортится таким макаром. Так, что у нас есть? Мне нужно сделать стрелы, потому что я сейчас ухожу вон туда. Что у меня по оружию? У нас 2 копья, совершенно верно, 2 копья и лук. Мне нужно сделать парочку стрел. Нужно взять палочек все-таки. Взять 3 штучки. Кажется, нужны мелкие палки, мелкие палочки и перья. Сейчас мы сбегаем, сделаем парочку стрел себе. 3 штучки сделаем и как раз пойдем на охоту. Так. Изготовить. Нужно, видимо, обратно все накидать дело. Хорошо, заберем обратно пару штучек. Сколько перьев? Кажется, 2 перышка. Я уже забыл. Сколько у нас перьев? Так, изготовить. Изготовить, где изготовить?
Прошу так сделать. Так, и мелкие палочки. Мелкие палочки есть у меня. Все, одна стрела готова. Два перышка, мелкая палочка и стрела готова. Так, сделаем, наверное, 5 штучек. У нас, погоди, 8 стрел. У нас 8 стрел. Зачем мне столько стрел? Погоди. Погнали, погнали. Пока светит солнце, нужно охотиться. Нужно делать ловушки. Пойдем за кабанчиками. Я хочу сбегать за кабанчиками. Тут у нас валяются червячки. Их очень много здесь. А здесь у нас гусеница, пускай тоже валяется. Погнали, погнали. Кстати, я еще не ходил на рыбалочку. Я хочу сходить бегать на рыбалку и порыбачить. О, рыбка мертвая. А, потрясающе. Пойдем делать много ловушек вот таких, но знаешь, в чем проблемка? Проблема в том, что здесь нету деревьев. Здесь у нас бамбуковые заросли и нету деревьев. Он, видишь, кабанчик, он, видишь, кабанчик какой? Жирненький! Хедшот ему! Да, получился хедшот. Обалденно. Так, нужно ловушки все поднимать всегда. Вот такую смертельную ловушку нужно сделать здесь 5 штук. О! О, 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 мясо, 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 мясо я люблю. А, убегает, убегает стрела. Где мои стрелы? Вот он убегает, с моим копьем бегает. Где? Где он? Он сдох, не сдох? Куда убежал? Куда жирный этот убежал? Так, я, походу, наткнулся на абориген. Слушай, слушай, это пошло все не по плану, понимаешь? Где-то аборигены тут-то. Где-то прямо. У меня, кстати, ни одного копья нету. У меня только стрелы есть и топорики, все. Где мое копье? А, к черту, идем на охоту на аборигенов. Так, нужно пригнуться. Я пошел на охоту на абориген, понимаешь? Без разницы, какая охота, главное, это охота. Вон, кажется, вижу кого-то. Ага, он один. Он пока один, и двое. Сколько их там? Я пришел на охоту, он один. С копьем, кстати, кажется, да? С копьем. Смотри, хедшот нужно делать ему. На тебе одну стрелу! Еще одну стрелу! Еще одну впендюрим! Давай третью стрелу! Хедшот ему давай! Промахнулся! Натягивай тетиву! Натягивай тетиву, давай скорей. На тебе стрело, да сдохни уже. Сколько стрел, впендирую ему, на тебе. Ну, еще разок он сдохнет, стоп, уду. Ты посмотри. Обалдеть, это что такое? Отжимать, это что за мутант какой-то? Погоди, ничего у него, какая длинная шея. Где твое копье? Дай заберу твое копье. Моё копье теперь будет. Отжиметь, вот это глюк. А, понятно, игра сырая, понятно, что глючная маленькая, ну, знаешь, забавно. Вот копье, нужно забрать его прям срочно. Так, стрел, мы все забираем. Пел песни и пошел отдыхать. Я побежал за кабанчиком, но наткнулся на аборигена. Ну, знаешь, без разницы, на кого охотиться. А, у меня все полное, поэтому мне здесь и не влезло мясо. Мясо мне это, по идее, и не надо. Куда делся кабанчик? Ну ладно, мы убили все-таки одного кабанчика. А, тушку я заберу. Ой, муравьи, муравьи. А, пойдем заберем ту тушку. Там у нас одно копье. О, о, броненосец, погоди, броненосец. А можно сделать офигенный броник? Угу. Нужно атаковать только ему в лоб. Иди ко мне, мои хорошие. На тебе хедшот! Он сдох. Ты сдох, да? Сдох. Так, муравьи нас слева. А, да, муравьи, муравьи. Терпеть не могу муравьев. А, давай-ка заберем. А, заберем тушку, заберем мясо и заберем, конечно же, шкурку, чтобы сделать потом броник. Мне кажется, броник броненосца намного самый... У меня не вылазит, кстати. Не вылазит. У меня все забито. Костя, Костя. Так, камни выкидываем. Камни мне не нужны. Но, знаешь, не влезет. Все равно не влезет. А, Костя, Костя. Так, уголек мешает. Попугайчики где-то там. Где броненосец? А, не вылазит, смотри-ка. Можно, по идее, сделать сразу же. О, погоди, можно сделать сразу же. Берем топорик. Давай-ка рубим. И сразу тут же сделаем. Так, и изготовить. Так, что у нас получается? А, листья банана. Почему не берутся листья банана? Кто здесь?
Так, почему не берутся у меня листья банана? Нужна веревка еще. Нужна еще веревка. Так, веревка, еще одна веревка и готово. Да, вот так готово. Так, все, и можно одеть его сразу же. А, посмотреть, нужно смотреть, но нужно взять его вот сюда. Стрел, стрел, вся проблема в стрелах, понимаешь, не влазит. И застрел, нифига не влазит. А, окей, погоди, вот реально не хватает нифига. А, место, о, все. Все, погнали отсюда, пойдем заберем копье. А, кстати, копье забрал у этого. Так, тушку я забрал, а косточки мы заберем. Кости заберем, да, влазит. Все чудесно, все прекрасно, одна стрела, а не влазит. Окей, все забито, а что у нас по оружию? А где мои все копья, погоди, а где мои все копья, куда делись мои все копья? Раскидал налево и направо, не могу найти. А к черту погнали, уже темнеет. Хотел построить ловушки, но, как видно, не получилось, потому что пошел на охоту. Пошел, встретил одного, второго и третьего. Ох, есть фрукт, кстати, сыпь. А, у нас есть сыпь, погоди, давай осмотрим. По идее, от муравьев сыпь, она... не лечится. Она вроде проходит. Ну, сейчас погоди, я вспомню. Понимаешь, я уже маленько забыл. Давай осмотримся. Осмотримся. И если можно перебинтовать, мы, конечно, перебинтуем. Если у нас есть такая повязка. А, нет, нет. Сыпь, она, кажется, сама проходит со временем. Это, знаешь... Нет, нифига, нифига. О, нет, нормально, есть. Сейчас перебинтуемся и одим обратно броник. От муравьев она не очень-то и болезненна. Если укусила змеюка, то он намного опаснее. Так, мы убили животное. Где это животное? Где это животное? Вот наше животное. Заберем. Сперва мы копьем. А сбегаем, наверное. Сбегаем, выкинем все. Все припасы, которые мы нашли, выкинем и прибежим за мясом. Потому что нужно забрать 2-4 куска мяса. Забрать обязательно. Ой, свалился. Свалился. Засмотрелся. Нормально. Крокодила я не вижу. Так, рыбка попалась. Рыбка попалась. О, рыбка есть. Ну, понимаешь, это пиранья. Там слишком мало белков. Там мало жиров. Это всего лишь мелкая рыбка. А, окей, выкидываем. А, выкидываем все сюда. Полную срач, конечно, делаем. И бежим за мясом. У нас 34 килограмма забито. 15 килограмм мяса могу взять с собой. А, кости, мясо и желудки, и все кишки мы берем с собой. А что у нас по еде? Факел. Черт, не нужен. Абориген вставал. О, еще мясо. Смотри, сколько у нас мяса. А, копирчик, видишь? Капибара. Обалденно. Обалденно. Так, сперва мы заберем тебя. Там еще и кости слева вижу. Наверное, от прошлого. А, что у нас? Пиявка. А, пиявка. Пиявку мы уберем. А мясо забрали, все забираем и бежим обратно. Мясо сразу может делать, знаешь, а копченое, вяленое сделать обязательно. Сейчас сделаем. Тяжело бежит, но бежим главное, знаешь, главное мы бежим. А факел я, наверное, заберу. Кто здесь? Так, никого не вижу. А, удобно факелом поджигать дома. Ну, прыгай. А он даже не прыгает. Обалдеть. Он так нажрался. Так нажрался, даже не прыгает. Погоди, а как я доберусь до туда? Ну, давай хотя бы... О, забрался, забрался, без проблем. А, заберем еще мясо и сделаем копченое мясо. Я хочу копченое. Я хочу вяленое сделать, мяско надолго хранится. По 4 дня хранится. Это здорово. А, крокодила нету, очень тяжело бежит. Набрали много всего. Я хочу... Погоди, у меня пиявка появилась. Я хочу пить. У меня появилась пиявка, нужно ее убрать. Пиявки, пиявки, есть грязь, нужно помыться. Сейчас мы, наверное, заберем мясо. Где пиявка? Не вижу. Где пиявка? Я не вижу пиявки. У меня же была пиявка, да? Пиявка была? Темно. Темно не вижу, потому что... Да, собака, я не вижу. Пойдем к костру. Пойдем сбегаем к костру, там точно я увижу эту пиявку. Да, пиявка есть, она где-то у меня ползает. Так, углей. У меня нет углей. Мне нужно брать пиявку. Куда она делась? Где-то пакость. Я ее не вижу. Слева, справа, на ноге. А, вон вижу. Нет, не она. А, вон она, да. Одна штука была. Так, броник одеваем обязательно. Всегда нужно делать. Снимать, одевать. Так, нужно кинуть пару уголечков.
Так, что у нас по еде? Я хочу, наверное, есть, пить. Ну, я хотя уже попил. Я хочу мясо. Я хочу... у меня есть кое-какие запасы. Так, это дело съесть. Это можно съесть. Так, фрукты, фрукты. А шишку я тоже скушаю. И практически все. Да, обалденно. Мне нравится. Пока выживаем, все обалденно. У нас 68-й день выживания. Я скину все косточки сюда, которые у меня есть. И пойдем заберем еще. То есть здесь все полное. Обалдеть. Погоди, здесь все полное. Здесь тоже все полное. А кости, кости, одни кости. Костей чертовски много можно сделать броня, кстати. Так, вот так разместить можно. Костей мало влазит, а в ящик. Ну, хотя бы, знаешь, пригодятся всегда косточки. Так, тут нужно сделать костер. Тут тоже нужно сделать костерчик и раскидать мясо. Сейчас мы сперва, мы, наверное, закинем сюда мясо. А свежее мясо, 4 куска мяса сюда сразу закидаем. Так, сюда, сюда и сюда. Так, сколько, сколько? 6 кусков мяса получается. Так, у нас есть копченое мясо, один день. Я его, наверное, еще сэкономлю, скушаю, наверное, на завтрак. Потому что у меня есть еще кое-какие запасы. Наверное, делаем... Так, зову мы заберем. Это мы тоже заберем с собой. Так, окейшки. И делаем, конечно же, костер сюда. Нет, не то, не то. В книжку, в книжку. Малый костер прямо сюда... Так, нужны короткие палки, нужны длинные палки, которых у меня, кажется, не было. А нет, есть, смотри-ка, есть. Сбегаем, наверное, а за короткими. У нас, по идее, были короткие палочки. Так, это у нас не те палочки, а длинные палки. По идее, можно и так просто добыть все. Добыть. Так, крокодила нету. На месте крокодил. Где-то в воде плывает. Так, взять 3 штучки. А пойдем сделаем костерчик и сбегаем еще за мясом. Ну, знаешь, что тяжело бегает. Еще, наверное, у нас много чего-то есть. Так, все готово. Не хватает всего лишь одной палки, бамбуковой. Ее к черту выкинуть. А здесь палочек у нас не валяется. Здесь у нас валяется копья, которую не вылазит, конечно же. Так, мне не хватило всего лишь одной палочки. А давай-ка разберем одну всего лишь палку. Лишнее брать мы не будем. Так, все готово. И с помощью факела спокойно можем зажечь. Берем просто факел. Так, выглядит двоечка. Поджигаем у костра и подносим. И все, мясо наше будет готовиться. Все, погнали. И побежим вот так, можно с факелом побежать в джунгли. Хорошо освещать, кстати. Все, поджигай. Так, мясо. Все, обалденно. Все. А здесь тоже нужно сделать мясо. Здесь нужно мясо уже кое-какое лежит, кстати. Один день, 4 часа. О, мясо есть у нас, нужно забрать его, конечно, с собой. Так, мясо забираем. Это мясо мы сюда бросаем. Заберем. Так, все, мясо мы забрали. Ну, знаешь, она, кажется, много вешает. 31 килограмм у нас. Все, мяса здесь у нас больше нету. Сюда мяско мы закидаем. Всего лишь один день нужно, конечно, его будет скушать. 4 куска мяса, один день и 12 часов. И погнали еще за добавочкой. Да, хочу сбегать за добавкой. Так, рыбка попалась, нужно, по идее, ее забрать и снова ловушку опускать. Рыбку забираем, ловушку опускаем. Обалденно, смотри, как выживается. 68-й день выживания, я все-таки еще живой. Давай копье берем, потому что поднялась луна и хорошо освещает. Обалденно, все видно хорошо. Знаешь, самое опасное все равно у нас появляется в джунглях, потому что без какого-то укрытия, без своего дома... О! А мясо куда делось мое? Обалденно. Мясо делось куда-то. Был свежий труп. Валялся свежий труп. Куда он делся? Аборигена, что ли, сожрали? Я не понял. Почему без меня? Кто он там впереди? Смотри. Кто там впереди? Мне кажется, есть, да? А, это просто растение, да? Я пошел искать приключения. У нас получается сколько? 22 часа нужно пойти иди спать, а я пошел искать приключения. Я вижу грибочки есть. Аборигены, вы где? У меня мало, правда, энергии. Нужно, по идее, поспать. Давай-ка сразу, наверное, съесть. Потому что, наверное, я голодный. О, поднимается. Значит, я голодный. Так, я хочу пить. У нас есть фляжка с водой, да? Она пустая. У нас нет воды.
Аборигены вы где? Так, окей, пока мы тут, нужно брать бревна. О, бананчики. Свежие бананы, и, конечно, полностью их заберу. А берем бревна и тащим домой, потому что нужно строиться дома. А это у нас бананы. О, кокосы. Давно не встречал кокосы. Погнали с кокосом. Костя, это дело заберем. О, перья. Тоже все заберем. Все дело пригодится в будущем. Обязательно. А... Все, не хватает уже места. Погнали. Погнали домой. Бегом, бегом, бегом домой. Аборигенов нету. То есть туземцев. Туземцев нету и... Ну и хорошо. Толку от них никакого, только больше крика и... Много нет. Нужно пойти идти спать уже. Потому что уже у нас такие руки грязные. Чтобы кушать, нужно руки мыть всегда. Так, это у нас получается какой-сяки декорчик. Пускай у нас для ради декора валяется где-то вот тут. Так, брось сюда. Все, погнали спать. У нас 10 часов, нужно идти спать. Напьемся воды вдоволь. И пойдем-ка спать. А костер у нас горит. Да, будут еще долго гореть. Это сюда. Все. А перья выкинем. Хотя, погоди, зачем выкидывать, если можно просто изготовить стрелы? У меня сколько бинтов? 9 бинтов! Зачем мне столько бинтов, я не понимаю. 9 бинтов, собственно, я куда-то пошел далеко в джунгли. Где нужно максимум там 5 бинтов. Так, зову сюда. А камни расположим вот так. Компактно нужно делать все дело. Так, давай-ка, наверное, изготовить. Что у меня по палочкам? Палочки есть. Давай-ка сделаем, наверное, пару себе стрел. И пойдем-ка спать. Пойдем отдыхать. Так, изготовить. Два перышка. Нужно с собой таскать два копья. Один лук и, конечно, топорик. Чтобы нормально. 11 перьев. Не, погоди, это много. Это очень много перьев. Я столько не буду делать. Выкинем сюда. Перьев реально много в этой игре. При максимальной сложности их чертовски много. Так, рыбка есть. У меня есть рыбка. Куда ее девать, я без понятия, знаешь. А, кстати, в чем проблема? Мы просто делаем добыть мяско и, конечно, ее сделаем вяленое. Долго хранится, но питательных веществ намного меньше в этом мясе. Ну, не беда, в принципе. О, сколько испорчено. Так, это дело уничтожить. Грибочки, грибочки. Эти были хорошие грибочки от паразитов. От моих друзей внутренних. Я помню, давно их долго выводил. Бывало, даже 5 дней ходил с паразитами с этими. Так, это нужно. Мякоть кокоса уже испорчена. Так, уничтожить. Сладкий батончик. Где я его нашел, интересно? Я его не съел еще, что ли? Так, сейчас мы маленько почистим, да, чтобы тут чистенько было и много места вылазило. Так, что у меня по бананам? Бананы один день, а бананы практически 2 дня. Нет, бананы у нас свежие. Банан нормальный. Так, погнали, погнали спать. А утром, конечно, будем кушать и идем дальше строить ловушки. Знаешь, очень быстро прошло, у нас целый день прошел очень быстро. Я буквально сделал один хедшот и сделал еще одного аборигена. И все, проснись. 9 часов утра, идем мыть руки, идем кушать. Нужно, знаешь, помыться. Всегда нужно встать, смотреть. Ух, сколько перьев, обалдеть. Перьев, да реально, да фига. Открывай кранчик. Помоем себя, закрывай кранчик. У нас давненько не было дождя, знаешь, мой друг. Давненько не было дождя, и поэтому запас воды, конечно же, закончится. Придется уже работать ручками. Так, еще нужно один уголек. Углей у нас много, без проблем. Сколько? Не показано сколько. Пишет нолик. Бесконечное количество, что ли? Так, что я хочу покушать? У нас и было мясо, кстати. У нас было мясо много. О, все испорчено. Уничтожить, уничтожить и убрать отсюда. Так, фляжку мы сюда бросим. Она пустая. Это дело мы уберем. Скушаем один банан. Два банана я хочу съесть. Что нужно еще поднять? Воду. Я хочу мясо. Я хочу шишек. 23 часа. Так, шишки мы скушаем. Грибочки мы уберем отсюда. Так, грибочек, иди отсюда. Грибочек, иди. И идем дальше строить наши ловушки. Так, у нас горит. А мясо есть. Мясо нужно, конечно, знаешь...
добыть личинок, чтобы потом сходить на рыбалку. Это будет здорово, конечно же. Так, мясо. Съесть. 10 протеина, это здорово. Но это очень мало, кстати. Это реально маловато. 60 протеина, съесть. Оп, чуметь. Так, что у нас по мясу? Мясо приготовилось. Мясо копченое. Здесь мясо сырое еще. Костер у нас потух. А почему, так я не понимаю. Вроде один кусок мяса приготовился, а другие нет. Проблемка. Не понимаю, почему так. Окей, давай еще раз сделаем. Еще раз, костерчик, не хватает веток. Так, ну окей, это мясо я заберу с собой. Тут у нас мясо готовится. Мясо скинем сюда. Хотя нет, у нас один кусок мяса я заберу с собой. Все, погнали, что у нас по оружию? У нас есть факел, который мне, по идее, не нужен. Знаешь, в приключении где-то он мне не нужен. Мне нужно сделать два копья. Так, с собой факел мы выкинем. Заберем копье. И погнали в джунгли. У нас 69 день выживания. Мы идем в джунгли ставить ловушки. Что у нас по ловушке для рыбок? О, попалось. Смотри-ка, реально нужно строить все эти ловушки. И будет у нас всегда много рыбы. Пираньи. Обалденно. Обалденно. Слушай, а можно здесь охотиться на попугайчиков? Вот знаешь, 69 день выживания. Я еще ни одного попугайчика не подстрелил. А вот и хочется. Вот реально хочется подстрелить. Так, что у нас по ловушке? Я, кажется, ее не поднял. Мяса здесь всегда много. Но я хочу построить ловушки, чтобы, знаешь, не охотиться. Чтобы сидеть и курить бамбук. И все. Так, туземцев я не вижу. Идем в джунгли за мясом. Идем в джунгли за бревнами, кстати. Да-да. О, шишки упали. Я заметил. А левым глазом. Так, бревна. Бревна. Это бревно. Нет, мне нужны палки, кстати. Мне нужны короткие, мелкие палочки. Нужны нахватать и сделать костер там. Идем в джунгли. Так, о, лук. Обалденно, смотри. Валяется. Сколько здесь валяется добра? Туземно. Туземное копье. Ножик. Обалдеть. У меня ни черта уже не влазит. Здесь словно какое-то, знаешь, уже кладбище. Так, короткая палка. Заберем ее. Короткой палочкой заберем ее. Забиваем полностью. А мелкими короткими палками забиваем и идем домой. Так, палку забирай. Длинные палки мы не трогаем. Так, длинные палочки. Они есть. Их нужно забрать и накидать, наверное, вот сюда. Чтобы, знаешь, не потерять. Потом их заберем с собой, конечно же. Так, эти грибочки пригодятся от паразитов. Кстати, у меня, кажется, есть какой-то паразит. Нужно посмотреть. Ой, пиявка. Одна пиявка, две пиявки. Две пиявки, броник мы одеваем. Нужно, конечно, проверять всегда броник, как у нас по процентности. Ой, крабики какие. Крабики, это здорово. Туземцы, вы где? Так, деревья. Мне нужны деревья. Толстые деревья, чтобы у меня были толстые бревна. И сделать, конечно же... Так, длинные палки получается. Нужно найти толстое дерево и принести три бревна домой. Так, длинные палки мы не берем. Хотя, знаешь, можно длинные палки добыть. О, две короткие палочки получится. Так, здорово, добыли. Так, еще добыть. Забиваем полностью. Так, добываем еще разок. Мелкие палочки нужно добыть и сделать костерчик. Так, сколько? 5 штучек. Еще 5 штучек мелких и все полностью, полный. Найдем, наверное, толстое дерево. О, нашел, рубим. Так, топорик у меня хорошо, проценты держатся. О, пошло дело. Ой, аккуратно. Пошло дело. Так, забираем короткие палки. Добыть. И погнали к себе домой. 9. Окей, пойдет. Так, два бревна забираем и погнали к себе домой. Так, туземцы, я не вижу. Леопардов не вижу. Мясо тоже я не вижу. Сегодня день какой-то, знаешь, несытный. Но мяса дома много. Нужно прокоптить, нужно завялить мясо, и все будет офигенно. Так, бегом. Выходим из джунглей. Знаешь, можно проще сделать. Эту бамбуковую заросль можно скосить. Вот реально можно взять и скосить. Не знаю, сколько времени понадобится, но можно ее скосить, и будет довольно большая поляна.
будет видно хорошо вдаль. Так, крокодильчик где-то плавает, а рыбка наша еще валяется. Потом мы ее заберем, там еще рыбок, эй, рыбок, сколько рыбок у нас, обалденно. Там рыбка, рыбы много. Так, это сюда, нужна длинная палка еще. У нас есть она дома. Давай-ка заберем. Так, забери мне одну палочку. Ее сюда. Так, пару веревок и еще одна... О, рыбка. Ой, погоди, не вазит у нас уже. Еще одна веревка, которой, по идее, у меня нету. Так, бананы. Бананы подвезли, я заберу их всех сразу. Так, все, больше нету. Заберем веревку. Не хватило у меня, знаешь, одной веревочки, кажется. Так, заберем. И доделаем вторую удочку. Так, 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 готово, все. Кстати, я не закидывал червячков. Второй раз рыбка все равно попалась. Нужно просто ее опускать. Этот садок нужно опускать вниз, и все. Знаешь, и будет рыбка ловиться. Так, у нас была пиранья, которая мне, по идее, не влезла. А добыть сразу из нее мясо добыть, и все. Да, все добыли. Кости, мясо, все офигенно. Так, крокодила я не вижу. Этого жирного. А, не вижу. А, окей. Окей. Срать полнейшее. Нужно поменять броник, наверное. Давай поменяем на руке. А, нужно для этого... О, сколько здесь всего. Это выкинуть, все черту выкинуть. Какие-то опять перья появились. А, я их брал точно. Так, стрелы, стрелы. Куда мне стрелы впендюрить? Вот так. А, влезет, не влезет? А, ты, собака, не влазишь. Почему ты не влазишь? А, чуть ниже, нет? Никак. А, это выкинуть. Так, крокодил, крокодил. Крокодила я не вижу. Давай... Это сюда не влазит. Так. Сухая трава, выкинуть ее вообще мне, по идее, не нужна. У меня дома вечный костер. Все. А где броненосец? Куда он делся? Иди сюда. Одеваем на руку. Где у нас проценты? 47%, кстати. А 67. А давай-ка здесь выкинем. А сюда оденем. О, сколько процентов? 60% броненосец. Обалденно. Все, погнали домой. Нужно сделать там костерчик. А, сделать костерчик, чтобы, знаешь, мясо у нас готовилось. Так, 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 так. И готово. Потрясающе. Ой, мясо испорчено. Ой, мясо испорчено. Обалденно. Вроде бы... Вроде кинул мясо сюда, оно все равно не приготовилось. Так, где факел? А, выкидываем копье одно. Забираем факел и поджигаем. Так, костер горит, все потрясающе. Давай ко мне факел сюда. Ух, поджигаем, поджигаем. Мясо, конечно, испортилось печально. Она все испортилась. Все, опоздал я, опоздал. Да, убери, убери, убери. А мясо все испорчено, нужно, конечно же, уничтожить. Так, нужно принести сюда, а, знаешь, новое мясо принести сюда. Пойдем на охоту. Пойдем, мой друг, сбегаем на охоту, выкидываем к черту факел. Я пойду сейчас на охоту, и нужно будет реально проконтролировать эту постройку. Эту коптилю нужно проконтролировать, потому что она как-то работает глючено. Вроде один кусок мяса приготовился, а второй нет. Я не понимаю, почему так происходит. А что я хочу? Я пить хочу? О, я пить хочу. Я хочу пить, я хочу один банан. Наберем флягу и идем за добычей. Так. Воду, воду, воду. Все выпил. Потрясающе. И напился. Вдоволь. Так, здесь у нас 100%. Да, 100% побежали. Мясо. Погоди, у нас есть мясо. У нас есть сырое мясо, которое, конечно, нужно приготовить. У нас готовое. Копченое. Это съесть. Все. Подняли много всего. Погнали на охоту. Я хочу на охоту. Ты хочешь тоже, друг мой, на охоту? Ставь колокольчик, ставь подписончик, потому что мы скоро заканчивать будем. И встретимся, конечно, на новых приключениях Зеленого Ада. Ну а с вами, друзья, был Спикер, как всегда, и уже встретимся в новых роликах. Всем спасибо, кто смотрел до сюда. Всем спасибо и всем пока.